Народ, привет! Счастье, радость! Мне пришло письмо. Пришло письмо заказное. Сейчас Марочке чуть-чуть покажу. Вот. Красотень какая. С открыточками. Сразу запалюсь. И пошилка, пошилка. Ну, понеслось. Вот. Тут мой любимый окуненок. Его две новые книжки. Это у нас «Самая таинственная тайна» и другие сюжеты. И «Страшный злодей». Обе в стиле ЖЖ, то есть у него есть ЖЖ. Я оставлю ссылочку под видео. И он оттуда выбирает такие самые свои посты ходовые. И вот такие книги публикуют. По-моему, у него помимо вот этих новых историй, есть еще две книги, или да, могу путать. Вот, наконец-то не пришли мои окунятушки. Да. Также я заказала вот такую папку, потому что моя информация, ой, по генеалогическому попадает, по генеалогическому древу не помещается уже в мои папушечки. И еще вот это. Все-таки, знаете, почти 600 человек, это не хухры-мухры в древе. Так, что у нас тут внутри? Далее, в общем, заказала такую бумагу. Она цветная, но интенсивность цвета не такова, чтобы перебивать то, что на ней написано. Вот купила ее, чтобы письма всякие писать. Настя, привет! Вот, ну тут разных цветов есть. Такой набор у меня уже был, очень я им довольна была. Закончилась, вот теперь заказала новый. Вот, из той же серии, что и папка. Вот, напоминаю, если кто забыл уже. Это набор ручек. Он очень чуточный. Вот смотрите, мой указательный палец. Он чуть-чуть больше указательного пальца. Сейчас откроем. Вот так это все выглядит в открытом виде. Тут мы видим 4 ручки. Черный, синий, красный, зеленый. Все цвета видно. Сейчас попробуем. Вот один я открыла, вот так вот он смотрится, то есть не очень хорошо видно. Это черный цвет, и пишет он как-то вот так. Да, как-то не особо расписывается, когда в одной руке камера, в другой ручка, ну вот, корявенько. Вот так вот пишет, в принципе. Ну, обычно шариковая ручка, просто интересное оформление, такие масенькими. Мне кажется, будет очень удобно их, ну, опять же, да, размером с пальцем. Очень удобно с собой куда-то дорогу, кажется, будет брать. Вот, так что, кто часто путешествует, при этом использует потребность писать, обратите внимание на этот набор. И неловкая такая ситуация вышла, что у курьера сломалась машина, а за доставку там плата. Символическая, но плата. И вот они сказали, наладится только во вторник, приезжайте сами, но при этом деньги не возвращаются за курьера. Вот такая указия. Теперь посмотрим открыточки. Заказывала я их для, так сказать, чтобы людям хорошим посылать. Я еще не занимаюсь этим на таком прям глобальном уровне, чтобы с незнакомцами обмениваться. Но вот со знакомцами очень даже. Заказывала их в одном магазине, совершенно замечательно. Я оставлю ссылку внизу. Вот тут наклеено. Вот название. Postal Shop. Спасибо за ваш заказ. Вот, кстати, группа ВКонтакте. Я не знала, что у нее есть ВКонтакте. Вообще заказывала на сайте. Там потрясающая графика, большой выбор. Правда, 100% предоплата нужна, но это ничего. Стоит копеечки буквально. Сейчас достану, но не буду показывать шибко подробно, чтобы те знакомцы, которые смотрят мои видео. Так, внутри все в таком вот целлофанчик такой. Сейчас целлофанчик открою. Вот такие няшечки. С обратной стороны все очень красиво. Для марки, для адресата и такое. Ну, понятно. Вот, на этом все. Получайте удовольствие от своих посылочек. Пока-пока!